Николай Кудрявцев, начальник водозабора на реке Псизопсе, отвечает за качество воды в Лазаревском районе. Это очень ответственно и в то же время приятно знать, что от твоего труда зависит, хоть это громко сказано, но жизнь человека. А пришел он в водоканал в 1984 году обычным слесарем-ремонтником. Затем перешел на должность диспетчера, чуть позже старшего диспетчера, поступил в университет. На одном производстве уже 35 лет. Сейчас рассказывает, работать интереснее. Это очень хорошо. Вот за мою бытность, в этом году будет 35 лет, как я работаю в водоканале. То есть очень многое поменялось. Поменялось оборудование насосное. То, что было в 80-е годы и сейчас, конечно, это не сравнить. То есть многое. Сети аварийные меняются, автопарк меняется. То есть все внедряется в современные технологии. С новым оборудованием и работать надо эффективно. Поэтому для курорта важно, чтобы в отрасли ЖКХ трудились настоящие профессионалы. Для отличившихся организовали торжественный прием в зале органной и камерной музыки, поблагодарили за работу и вручили грамоты от главы города. Я считаю, что люди, которые работают в жилищно-коммунальном хозяйстве, это люди всегда востребованные. Понимаете, это скорая помощь по техническим вопросам. А для нашего города, который стал очень большим, крупным городом после Олимпийских игр, очень важна эксплуатация, очень важен труд этих людей, и я благодарен им сегодня за то, что они делают. Это непростая задача. ЖКХ – социально значимая отрасль городской экономики. В последние годы она значительно обновилась. Модернизированы и построены несколько десятков современных объектов коммунального хозяйства. Это наша повседневная жизнь, понимаете? Это свет, это тепло, это вода. Это то, что нужно каждый день нашим сочинцам для нашей прекрасной, замечательной, радужной жизни. Очень приятно, что нас сегодня пригласили на этот замечательный, прекрасный праздник, что нас отметили, нашу работу, наш профессионализм. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства значительно расширился. В Сочи активно реализуются инвестиционные программы. Развитие коммунальной инфраструктуры является приоритетным для курорта, где как часы должны бесперебойно работать водопровод, электросети, газопровод и котельные. Комфортным в Сочи должен быть не только отдых туристов, но и повседневная жизнь горожан. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.